Праздник урожая Слобожанскую ярмарку устроили в Харькове. Свою продукцию презентовали более 700 предпринимателей. Чем удивили горожан, видели наши корреспонденты. Слобожанская ярмарка проходит уже 15-й год подряд. На этот раз дары осени представили 27 районов Харьковской области. Каждый участник хвастается своим урожаем. Рік дуже був непростий в плані погодних умов. І нам тільки дякуючи Богу, гріх жалиться, ми отримали прекрасний врожай ранніх зернових, ми отримали прекрасний врожай соняшнику. Тобто в нас є чим прекрасний урожай винограду, яблук. На праздник урожая приехали и европейские гости. Глава области Юлія Світлічна уверена, их есть чем удивить. Ми маємо і дуже непогані врожаї сільгоспкультур і овочів, тому будемо забезпечені усім необхідним. І, звичайно, будемо розвивати аграрну сферу, адже і урядом запроваджуються сьогодні різні механізми для того, щоб стимулювати агробізнес, для того, щоб стимулювати тваринництво. Я думаю, що саме такі гарні стимули, які надають можливість укріплювати і підтримувати виробника. Каждым годом число участников ярмарки увеличивается. Свою продукцию привезли 700 производителей. Мы предлагаем своим покупателям на сегодняшний момент маточное молочко, орешки, залитые в меде, пыльца, перга, прополис, соты, забрус, медовуха, наливки, глинтвейны, настойки. А еще на прилавках мясо, сало, яйца, овощи и фрукты. Цены от производителя. Гости ярмарки с пустыми руками не уходят. Очень вкусное мясо везде, шашлык. И очень колоритные, конечно, девчонки, красивые в нарядах. Все очень празднично и весело. Это такое нечасто, и нам очень все понравилось. Спасибо. Будете запасаться чем-то? Да? Обязательно, обязательно. Кофе уже купили, яблок купим и, естественно, мясо. Аграрии старались удивить не только изобилием продукции, но и своими прилавками. Их украшали и живыми цветами, и, собственно, урожаем. Полина Спасенко, Елена Миндалюк, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер, Харьков.